Всем привет, ребят. Ну что, мы там общались много раз, просили показывать, создавать вам пачки, какие будут тащить в забытой битве, в ЗБшке, на топе, потому что на английском сервере реально очень неплохие топы с прокачками. Будем пробовать разные вариации. Как бы у меня не стоит цель там в ЗБ набить кучу очков, я постараюсь создавать какие-то пачки, а лучше каждый для себя что-то возьмет в плане там, я не знаю, у каждого разные прокачки, разные смотрители, и это очень влияет сейчас, разные герои. Сейчас нету такого, что ты будешь тащить у всех. Есть сливные пачки, есть не сливные пачки, есть герои с нормальными талантами для ЗБшки, поэтому будем такую рубрику вести, пробовать, смотреть, что, как, где, почему. Так, окей. Я снимаю все наши пачки. Я в топ сейчас не войду, потому что я уже, скажем так, очень много слил при тесте героя. Так, давайте так, начнем создавать. Хотя бы по одному герою сейчас поставим. Такс, Анубис. Итак, лучше всего, конечно же, создавать пачки под смотрителя. В основном, многие, скажем так, вот надо против красного, надо зеленого смотрителя, а не наоборот. Против красного надо серого смотрителя, против зеленого надо красного смотрителя. Если я не ошибаюсь, сейчас зайдем, глянем. Древние. Да, против зеленого надо красного смотрителя. В основном многие используют зеленых. Поэтому лучше всего собирать красные пачки с автопроком. Сейчас мы попробуем что-то интересное придумать. Вариации очень разные есть, поэтому надо всегда трешивать. Какие есть варианты, вот, чтобы первым ударить? Что бы вы сделали? Однозначно это либо заморозка, то есть герой с автопроком, тот же самый Бигфут, который заморозит, либо стан. От этого спасают психощиты, допустим, либо есть герои, которые от стана, либо забор энергии. То есть вариаций очень много, поэтому надо создавать, скажем так, что-то очень универсальное. То есть в данном случае, допустим, я бы какую пачку создал? Дрейк. Вот есть Дрейк, на него ставим однозначно психощит. Я буду сразу же собирать героев. Так, Дрейк. Почему психощит? Чтобы если будет с другой стороны стан, либо там какой-то скилл на понижение, чтобы мой Дрейк ударил в любом случае. Так, на него можно поставить там без разницы какого питомца. Давайте так, у этого смысла нет. Ну, давайте шара пусть стоит на нем. Вот, это первый вариант. Точнее, первый герой в варианте этом. Дальше. Поставить сюда можно Ару. Вот такой вариант. Почему Ару я уже показывал. Следующий вариант. Можно ослепить. Например. Можно забрать там энергию стрелка, поставить сюда. Но мы сейчас соберем что-то такое интересное и скажем так, в свое время интересное и простое. Дальше. Для стана ПБшка. Однозначно, да. Допустим, для каменения можно поставить сюда, попробовать с ремкой огника. То есть такой вариант. У нас уже зеленый смотритель. И плюс поставить... Кого для отхила давайте поставим. Ну, ворожея ставить сюда. В принципе, у нас для дамага тут есть герой. Давайте ворожея поставим. Так, тогда нам кого-то надо одного. Вот, ладно, сделаем с этого зеленую пачку. Значит, поставим сюда еще кого-то с зеленой фракции. Кто у нас такой интересный есть зеленой фракции? А, можно, кстати, поставить дерево. Как вариант для реса. И сразу оно дев даст. Так, собираем остальных героев сразу же. На Ару ставлю я, показывал уже,
не один раз. Ремка у нас должна стоять. И можно поставить на всякий случай вот так вот. Так, фара собран. Дальше в этой пачке у нас стоит дерево. Ремка собрана. Огник. Ремку ставим, чтобы он свой скилл сразу ульту включил. То есть так как он сразу автопоком ударит. На него можно поставить еще дополнительно для стана, если там вдруг кто-то ударит, чтобы за вот так вот. То есть такой вот вариант. И ПБшка. Ремка. Так, есть. Эта команда у нас собрана. Поехали дальше. Следующий вариант. Собираем красного смотрителя. Мало ли, тут по-разному можно попасть, конечно. Сюда мы используем, давайте, опять же, хитрый вариант. Девятый разброс. Соответственно, забор энергии у автопрокеров. Потом ворожей для отхила. Берем как вариант прайку сюда. Бугимена. Допустим, и Бигфута попробуем для заморозки. Вот такой вот вариант. То есть у нас получится забор энергии, урон, заморозка и плюс урон от Фрей и от Хил. То есть такой вариантик. Так, поехали, собираем наших героев. Но опять же, их могут кто-то либо застанет, либо заморозить первым. То есть тут надо исходить из этого. Так, тут девятая жива ремка сразу. Так, есть. Собран. Дальше Фрея. Девятая жива. Можно с утеканием, в принципе, ее взять. Допустим, мало ли. Вариант у нас два героя. Дальше ворожей. Опять же, можно варьировать. Можно четвертую ремку, чтобы он позже включился. То есть вариации разные есть. Это уже это рандом, ребят. Поэтому тут что-то однозначно сказать нельзя. Так, три героя есть. Череп. Ремка. Можно было бы в эту пачку малыша Ника поставить даже. Так, и Бугимен, Ремка, либо Хрона для усиления. Ну, вариаций очень много. Такс. Поставим панчбокса. Вторая пачка у нас собрана. Третья пачка. Давайте сейчас подумаем над третьей пачкой. У нас такого интересного осталось. Ледяха. Заморозка. Розалинда для урона, в принципе, как вариант. Для отхила Трифит. Опять же, это не, у многих нету. Либо давайте вот так сделаем. Петильо. Малышник. Опять же, собираем стан плюс заморозка. Так, Лео, малышник. Лазуля. Седна. Например, тот же самый вольт. Вот так вот. То есть тут у нас пачка такая своеобразная, она должна тоже тащить. Так, поехали. Ну, в основном, я вам скажу так, в основном тащит стан. Стан, заморозка, то есть такое забор энергии. Можно использовать ту же самую медузу как вариант. Я тоже очень часто показывал пачки. Я ее использую, например, в лабиринте. Так, смотрим. Ремка. То есть мы в основном сейчас идем без бафов. Так, такой вот вариант, конечно, он может слиться.
Так, ну сюда остатки питомцев, что там у нас? Будем так, раз. Три. Малышник. Психощит, чтобы он первым ударил. То же самое, что и капитан Дрейк. Такс. Такс, 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 такс. У нас еще был Сетна. Можно еще фракционные ставить таланты, чтобы сливать быстрее героев. То есть вариаций реально очень много. Ну, мы такое среднее что-то собираем. Так, окей. Так, окей, окей, окей. Смотрим. Ну, вроде все собрали, поехали. Тут мы разобрались. Так, обновляем. Тут противники у меня, конечно, не ихти. Давайте вот хотя бы нападем на тех, у кого больше там. Возможно, лучше герой. Так, Фрей, отлично. Смотрим. Ну, против Фрей, как видите, вроде нет приема. Но смотрите, мои герои, которые имеют заморозку, имеют ослепление там и стан, просто разобрали. То есть вот такая вот пачка, она по сути будет тащить. Единственное, надо, чтобы они правильно у вас включились, то есть такой вариации. Следующая моя пачка, максимум стана закинули, ну увидите, там сняли дебаф. Опять же, тоже моя пачка ударила первая. Так, смотрим дальше. Такая пачка, да, хрон там есть, то есть там по сути уже есть какая-то отражалка, соответственно мои герои могут посливаться. Ну давайте попробуем такой вариант. Опять же, начнем с Вольта там и что-то как-то, да как-то тот же самый вариант. Ну дойдем до топов за неделю, тогда уже будет повеселей, я надеюсь. Все пачки формировать по-другому не буду. Возможно, там буду тестировать каких-то героев, но потом обратно возвращать. Хотелось бы, конечно, противников вот как сейчас вот. Смотрим. То есть максимум урона от хилы. Вот у него тоже ворожай стоял с этим. Но огник тут, опять же, против Фрей и остальных ничего не сможет сделать. Затащили. Давайте еще одна. Асура, Анубис. Так, есть какой-то. Вот давайте против него опять вот таким же пойдем составом. Против Огника попробуем стан и все остальное. Ну, видите, моих слили. Асура, отражалки. Но опять же, Леди Лео, как видите, немножко держится. Практически затащили. Может и затащат, сейчас посмотрим. Да, красавчики тащат. Ну, конечно, огника они могут не убить, наверное, скорее всего. Посмотрим. Вряд ли Лазуля Седна убьют. Но если бы я там поставил, например, Лазуликсу, там, либо кому-то соживой, тот же самый Седне, там, либо кто-то с Ремкой, ну, против зеленого-красного Бравлера эмблемку, то реально затащили бы. А так, как видите, но все равно есть варианты разные. Но опять же, это не то, что было когда-то. У вас будут разные вариации противников с разными прокачками, с разными смотрителями. И не факт, что вы там что-то сможете сделать.
даже при топовых таких же прокачках, как у меня, потому что один только смотритель, он оттащит там очень много от хп, поэтому там добить героя запросто. Поэтому не смотрите на максимальные прокачки, все играют, скажем так, всю роль играют вариации героя. Вот смотрите, вроде бы казалось, у него топовая пачка с Фрейей, но она стоит, во-первых, в стане со стрелком. Если не в стане, то ее ара блокирует. То есть, по сути, Фрейя нифига сделать не может. Она бесполезна против такой пачки. Так. Ну, рогатка вижу у кого-то. Ну, вариаций очень много. Я буду стараться вам показывать разные варианты. На этом смен не особо много осталось. Вот, отлично. С моих сняли энергию. Сняли энергию, я уже нифига сделать не могу. Единственное, что меня спасет, это ожива. То есть вот еще один вариант, ставить ту же самую Махатму, как видите. Она бывает ультует первой, соответственно, сливает. Вот посмотрите, смотритель как сработал. Смотритель плюс герои ультой ударили, и все, остался один огник, которого в принципе без проблем ушатали, потому что череп не дал ему зарядиться. Так, ну тут Фрейя, кстати, может, хотя вряд ли. У меня тоже Фрейя есть, вряд ли она затащит. То есть вариант разброса может быть в каждой пачке у вас в забытой. В каждой пачке стоять хотя бы один девятый разброс, но это по возможности для донатов, у кого есть. Это очень облегчит, он не даст зарядиться там четырем героям изначально, соответственно, у вас шансы очень возрастают на победу. Ну вот как-то так. Будем дальше продвигаться, будет больше каких-то вариаций, и уже будем собирать, возможно, новые пачки, то есть... Пишите в комментах, что вы хотите увидеть, какие вариации, я буду их создавать. Все, всем удачи, всем пока.